resultando en 80 campañas contra el coronavirus. Y algo que ustedes estiman, es más de que te contan y al cabo no. Nos también, tenemos que crecer en el TI, es que hoy cuarentena, data lake, la serie más de Big Data, la работе несколько терабайт данных в день. Перед тем, как перейти к демонстрации на мусоркоме, я бы хотел рассказать о Data Streamers и Clojure Protocol. В рамках тесного сотрудничества с Data Streamers мы заметили, что пока базовые данные приобретали несколько дублирующих друг друга потоков данных у нескольких поставщиков, чтобы обеспечить полное покрытие потока данных, переплачивая за одни и те же данные различным поставщикам. В системе не хватало ясности. Отсутствие прозрачности в процессе получения результатов обработки данных представляло собой серьезную проблему. Мы поставили перед собой задачу решить эту проблему в интересах наших покупателей и поставщиков данных. Так появился Clojure Protocol. Clojure Protocol решает проблемы, связанные с обеспечением достоверности данных, нехваткой данных для обучения искусственного интеллекта и неустойчивостью некой системы данных. Более подробную информацию о Clojure Protocol и о том, как решать данные задачи, можно получить, ознакомившись с нашим white paper. Теперь поговорим о Producer Client. Producer Client — одна из основных систем Clojure Protocol. Продюсер и Клоун решил проблему обеспечения достоверности данных и делает экосистему данных прозрачной. Поставщики данных будут использовать продюсер Клоун для подтверждения достоверности и происхождения данных в своих решениях. В настоящее время продюсер Клоун доступен для платформы AWS, мы также выпустим продюсер Клоун и для других платформ. Это приложение на основе архитектуры микросервисов, конфигурация которого позволяет работать AWS 3, AWS Lambda, CloudWatch и Clojure Protocol Block Explorer. Такие вещи мы используем AWS S3, но поддерживаются и другие сервисы. Наше решение не привязано к какой-либо системе данных, поэтому мы можем обеспечить поддержку и другим сервисам, включая децентрализованные хранилища, такие как Blue. Для выполнения этого мы использовали AWS Lambda. AWS CloudWatch помогает нам отслеживать записи в журнале, которые генерируют продюсер Client. Таким образом, мы увидим все журналы, которые генерируют продюсер Client. Данная информация отображается сейчас. В Block Explorer мы увидим все относящиеся Clojure Protocol, транзакции, блоки, хэши, смарт-контракты, то есть всю информацию о Clojure Protocol. Вся информация будет отображаться Clojure Protocol Block Explorer. Приступаем к демонстрации. Мы увидим, как Producer Client обеспечивает достоверность и прозрачность данных в этой системе данных. Это текущий момент данных одного из наших клиентов. Данные поступают каждые 3-5 минут. Мы видим, что поток данных поступает каждые 3-5 минут. Любой прием потока данных в Clojure Protocol фиксируется в метке времени. Фиксация метки времени — это процесс размещения уникальной идентификационной метки данных в Clojure Protocol. Мы размещаем информацию о методах. Исходные данные по-прежнему остаются на стороне клиента. После каждого успешного создания метки времени, наш данный возвращает хэш транзакции. Перейдем в CloudWatch и ознакомимся с журналом, который сгенерировал CloudWatch. Вы видите все записи журналов. Это методика принимающего записи журналов. Давайте прокрутим вниз и найдем текущую. Окей.
was stamped with this data hack information. And is this first transaction, которая была сгенерирована в нашем контракте, ответ вообще при сгенерировании данных без кюрейта. Smart contract. Let's copy this transaction. Давайте скопируем этот хэш транзакции и выполним нужный поиск блока Explorer. Our quadrant block Explorer. Yes, we find it. Нашли. You can think. Вы видите, что информация хэш транзакции отражается в блок Explorer в квадрант протокол. Данная информация будет сохраняться в нашем блоке Explorer неограниченно долго. Никто не сможет ни отредактировать, ни удалить эту информацию, а последующих данных всегда сможет сделать ссылку к этой транзакции и доказать тем самым достоверность результатов проводки данных. На этом наша демонстрация заканчивается. Спасибо за просмотр. Вы узнали о деятельности Moex и разработке QR-кодов, о том, как продюсер Planet решает проблему отсутствия подтверждения достоверности данных и обеспечения прозрачности данных за счет присвоения данных метки времени и занесения ее в Quadrant Protocol. Поставщики данных всегда смогут указать идентификатор транзакции и доказать достоверность своих данных. Ответы на вопросы о работе продюсера Planet можно найти на нашем канале в Telegram.